будем собирать подкормочный узел. В этом году будем использовать дозатор, который обычно используется на автомойках. Смешивает концентрированный раствор мыльный с водой. Мы будем смешивать концентрированный раствор с удобрением с проточной водой с помощью вот этого дозатора. Здесь он регулируется в процентном соотношении. Заказывали с Китая. Пришел вот такой вот, называется дозер. В такой коробочке пришел. Сейчас сделаем такой байпас, ответвление. И через него будем подавать кормление. Собрали мы магистраль. Вот так она теперь выглядит. Вот сам дозатор. Тут стрелки, куда вода должна идти. Затем вот такой вот байпас. У него свой кран, своя задвижка. Врезались в основную магистраль, которая вот из колодца, из скважины идет. Посередине байпаса тоже поставили кран. Вот другая сторона поднимается. И вот так вот. И затем она пошла на раздачу воды нашей теплицы. Все можно запускать. Ага. Набрали воду. Ну и делаем первый запуск. Вот, плохо закрыли. Там ключ есть. Сейчас исправим. Вот оно льет. Вот это давление скидывается. Сначала надо скинуть давление. Это вот регулируется подача воды. Вот тут вот ключом открути. Может, там резинка неправильно стала. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ага, вот резинка неровно стала. Все коромысло, кнопочка. Смазка такая, прям как вазелин. Пластик вроде добротный такой. Но все равно надо придерживать. Ну, хватит. Угу, пробуем. Вот он щелкает. Это скорость. Так он, по идее, что-то не щелкает, да? Вот этот кран закрыт. Какой? Вот этот? Нет, тот закрытый. Угу. Ну вот надо вот так закрутить. Сейчас ты открыл? Ну да. Угу. А тянет, интересно, но он закачал как будто. Угу. Ну, он уже постепенно качал. Да не, он должен щелкать. Ну, помнишь, там первый раз щелкал. Угу. Так, вот она причина, почему не работает. В воде-то уходить некуда. Сейчас посмотрим. Так, итак, мы там открыли задвижку и здесь теперь открываем. Вот.
Слышно, как работает коромысло, насос. Вот он качает водичку. Так, надо какой-то утяжелитель, наверное, добавить. Если меньше здесь. Ну давай. Там тоже есть кого? Угу. 175, 150, 125 на 100 сделаем. Ну давай. Вот это концентрация в процентах. Вот это 125 сейчас. 1,25. А чтобы не сбить, и вот эти вот. Ага. Вот так вот раз, и оно уже не ходит. Так, все. Включаем. Можно тут добавить. А, тогда хуже. Да. Ну, может быть. Подкормка клубники через капельную ленту. Монофосфат калия. Та самая первая подкормка у нас. 1 килограмм. И 100 грамм. Чуть запасом. На 6 соток. Отгалывание нематоды. Сейчас будем продевать пакманом. Концентрация 350 миллиграмм на 1,5 тонны воды. 6 соток. 4000 корней. Заодно даем монофосфат калия. Так надо отливать.